совещание. У водителей скорой помощи были вопросы на общем собрании, когда мы тут месяц назад были, даже больше, наверное, месяца назад. И мы просили главного врача тут разобраться, уточнить, сами брали тайм-аут для того, чтобы провести аналитическую такую работу там по аналогичным группам специалистов. Я обещал, что я приеду обязательно и еще раз встречусь, если вопросы останутся. Ребята позвонили, сказали, что у них вопросы остались, поэтому я сегодня приехал и попросил и заместителя министра приехать с нами вместе с главным врачом, собраться с ними, именно такое производственное совещание, мы одни водители были. И мы попытались вместе со специалистами больницы объяснить те вопросы и отдать им ответы, которые их волновали. Мне кажется, мы дали им исчерпывающие ответы. Больше того, мы договорились о том, что еще раз с ними встретятся уже специалисты финансово-экономического блока больницы. И несмотря на то, что у них есть протокол о том, что они им все объясняли, и они сами расписались о том, что им вроде как все объяснялось, они им еще раз объяснят все те вопросы, из чего складывается, в том числе и заработная плата.